Hello, друзья! С вами StiffPro, и сегодня я покажу вам Middlecraft мод для Minecraft PlayStation. Спустя день, вот и вышло обновление клёвого мода. Если кто-то не понял, то этот мод добавляет очень много разных вещей с разных игр, которые вы могли играть раньше. Но в это обновление нам добавили новые вещи, а также добавили новые функции. Наверное, все помнят заморозку, но теперь вы с помощью этого шара сможете и разморозить нашего персонажа. Ну давайте его ставим, а хотя давайте его разморозим. Пусть он бегает, друзья, и радуется своей жизни. А также нам в этом обновлении нам давали рабочий компьютер, с помощью которого сможете заходить в интернет. Но сейчас интернета нет, поэтому зайти мы не сможем. Также нам давали Wi-Fi роутер, который вы можете поставить рядом со своим компьютером, друзья. Это очень классно, но этот Wi-Fi роутер вы также сможете сломать и получить свинину. Это очень странно. Ну и нам давали вот такой магический сундучок, который, по идее, отличается от обычного сундука. И... также вы можете его, друзья, и убить, и получить с него свинину. Но если кто-то не понял, то этот мод опять же добавляет очень много вещей. К примеру, он добавляет лакоблок, друзья, который мы сейчас давайте попытаемся открыть. Ну да, нас попытались убить, друзья, это, по идее, не новинка. Давайте последний раз откроем его, и что же ждем мы? Ну, конечно, нас опять попытались убить. Да, друзья, ну что ж, вот такое обновление мода у нас было сегодня. Я понимаю, что маленькое, но все же обновление вышло. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.